Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 6 апреля. Вот эта теплица первая, которая с подогревом грунта и подогревом воздуха полностью высажена. И хочу сказать сегодня про перцы и баклажаны. И теперь, когда две холодные ночи позади, я буду себя, сюда вытаскивать на передержку, на подращивание перцы и баклажаны. Вы, наверное, заметили, что я с самого-самого начала показывала вам, что я высаживаю на постоянное место. Вот там ряд и тут ряд. А всю середину занимаю теми томатами, которые здесь крепнут, толстеют, ждут своего часа, ждут, когда нагреется полностью так грунт во второй теплице, в котором нет подогрева грунта, что можно будет высаживать. Сегодня буду высчитывать, буду смотреть прогноз с погоды, высчитывать, когда я буду высаживать в теплицу без подогрева грунта, потому что рассада уже хороша, все, она крепкая, она уже, у некоторых видно даже зачатки. Ой, вот они, видите, уже выдвинулись бутоны цветочные. Это верный знак, что уже пора начинать высаживать. Но там я все-таки высаживать остерегаюсь, потому что там подогрева грунта нет. Там буду использовать также вот такие дуги, нетканку и пленку. Все потом расскажу подробно. Сейчас я о перцах и баклажанах. Вы видели, что я высаживаю, томаты выставляю, но здесь вы ни разу не заметили ни одного перца на доращивание, ни одного баклажана. Потому что мы все знаем, что они более теплолюбивые, они считаются неженки-капризницы такие. И их можно сюда будет ставить только тогда, когда, ну, тут условия комфортные для них. Много раз говорилось, что ниже 15 градусов они прекращают свой рост. И вот раз я сегодня уже принесла свои перцы и баклажаны на передержку, ну, это значит, что все, здесь теперь будет комфортная температура. Как я поняла, что им здесь хорошо? Сейчас дальше туда пройду, покажу. Кто смотрел предыдущее видео, видели, что я высадила несколько, два баклажана и несколько перцев. Это вроде как разведчики были. И я смотрела, как они себя ведут. Раз они образовывают новые листья, раз у них уже цветочные бутончики приготовились расцветать, значит, им здесь хорошо, комфортно. Значит, и остальные, вот эта большая партия, ну, это я не все, конечно, принесла, перцев и баклажанов, будет чувствовать себя здесь хорошо. Конечно, под нетканкой, конечно, под пленкой. У некоторых очень часто я слышу вопрос, ну, в сообщениях пишут, вы часто показываете там томаты, но почему-то вы не говорите, как вы выращиваете, не рассказываете перцы и баклажаны. Я сейчас расскажу, почему. Конечно, томатам я уделяю особое внимание, так как мне нужно с них получить качественные семена. А перцы и баклажаны, как бы это ни странно не звучало, у меня растут, можно сказать, по принципу «посадил и забыл». Ой, новые листики. Сейчас расскажу, что я с ними делаю. Я сею семена. Потом, когда в фазе 1-2 листиков дорастает растение, пикирую в 200-граммовый стаканчик. Потом я их, вот сейчас, сделала перевалку в 500-граммовый стаканчик. Здесь они будут расти до тех пор, пока у них вот здесь бутончики не появятся. К этому времени их можно будет как раз высадить. Все, больше ничего я не делаю. Они у меня стоят на стеллаже. Единственное, что я с ними делаю, это умеренный равномерный полив. Если честно, вообще никогда... Единственный препарат, который я на них применила, это когда я сеяла, при посеве я проливала бороздки Привикуром. Ну, это вы знаете, обеззараживатель, чтобы не было различных грибковых заболеваний. Вот такие они у меня выросли сами по себе. Конечно, при высадке я их буду сортировать. Вот смотрите, не все они получаются одинаковые. При одних и тех же условиях выращивания какие-то, вот видите, какой-то маленький, а какой-то вырос. Вот этот, он уже огромный, он скоро, наверное, будет цвести. От чего это зависит? Я думаю, что это зависит от силы семени, от того, что там заложено от матери. И, естественно, когда я буду высаживать, я выберу самые крупные, здоровые. Все. Вот эта вся работа, так сказать, и по выращиванию все процедуры, и селекционная работа. Просто высаживаю самые толстые
которые раньше всех наберут бутончики, у которых больше всех и красивее всех листья, значит, они дадут хороший урожай. Сейчас я их так же, как вот эти томаты у меня, видите, вот в стаканчиках стоят, расставлю в середину. Вот смотрите, кто помнит, я когда выставляла сюда, была рассада тоненькая, такая, как вытянувшаяся. Смотрите, какие стали стволики толстые и немножко как бы закаленные приобрели. Немножко чуть-чуть фиолетовый оттенок. Все-таки здесь вот прошлые дни было прохладненько. Сейчас покажу те перцы и баклажаны, которые уже сидят здесь. И почему я решила, что вся остальная партия сегодня сюда переедет. Перцы и баклажаны высадила почти же сразу же одновременно с томатами. И я показывала, что баклажан вот этот новый лист образовал, когда я поняла, что им здесь хорошо. Теперь уже на постоянном месте уже второй новый лист. Также перцы, я еще раз повторю, что лист – это индикатор здоровья перца. Если бы перцу здесь не нравилось, у него бы обязательно пожелтели нижние листики. Возможно, он даже их скинул бы. Тут у нас происходит все наоборот. Вот видите, я вам показывала, новые листья были. Еще две пары новых листьев. Так как перец начал активно образовывать новые листья, у него вот этот цветочный бутон уже отделился. Он был в зачатке, а он уже выдвинулся. По этим всем признакам я поняла, что и перцам, и баклажанам здесь комфортно, условия для них подходящие. Значит, можно выносить всю остальную ораву перцев и баклажанов сюда на доращивание, на хранение. Потому что здесь они все равно получатся лучше, чем в комнатных условиях. Перчики прям прекрасные. Я посмотрела и нижние листики. Обычно вы знаете, что когда ему что-то не нравится, нижний лист у него желтеет, он его скидывает. Вот видите, даже и самые-самые нижние листики, которые лежат на земле, они зеленые. Так что все, перцы, баклажаны вперед. И вы запомните, что перцы и баклажаны – это индикаторы вот этих условий в теплице, условий выращивания. Если перцы, ну, можно посадить один перец и один баклажан, если перец и баклажан начинает новый лист образовывать, если он не желтеет, если он, то уж для томатов, тем более здесь условия идеальные. Там, где выживет перец и баклажан, там, где ему нравится. Для томатов это вообще рай. Все. Сейчас перетаскаю все перцы и баклажаны и подробно расскажу вам о схеме посадки, потому что тут нужно приближенно как-то, не знаю, какую-то макросъемку делать, приближать, потому что вот это вот толпа, которая на доращивании стоит, она не дает нам возможности посмотреть ряды, не видно ничего. Все слилось в одно сплошное томатное поле. Я буду к каждому отдельно подходить и все рассказывать.